Уважаемые зрители, вот так мы сразу врываемся в этот матч. Волгарь, Химки. Наш матч открывает программу 7-го тура Мелбет первой лиги. Матч очень важный. Химкам обязательно нужно побеждать. Это касается и Волгаря. На разных полюсах турнирной таблицы команды. Давайте сразу себя представлю. Ашот Шакарян меня зовут. Со мной сегодня комментирует Влад Гурджи. Послушаем Влада, что там интересного у него внизу. Влад, тебе слово. Всем привет. Привет, зритель. Привет, коллеги. И мы все, кто присоединился к этой трансляции. Действительно, Вистаенко на правом фланге, его подача в середину. И удар сразу же, момент опаснейший у ворот Адоевского. Классная атака. Так, у нас кто-то на газоне. Игрок по Волгаря, но при этом атака продолжается. Хозяев, умеющий выполнять поставленные задачи. Вот такой системный, структурный человек команде, безусловно, нужен. Еще одна атака Химок. И есть передача на вратарскую. Убиваются игроки Волгаря. Проблемы с задней поверхностью бедра. И вот сейчас он с мячом. И мяч уже у него под рабочей левой ногой. Передача, рикошет, и мяч в тангу попадает. Вот он, Ткачук. Ну, смотрим. Нужна хорошая подача. Она есть. Мяч в ворота, причем крутился. Чужим воротом. Но они это дело любят. Они любят повладеть мячом. Им это нужно, необходимо. Ох, вот как сейчас мяч через всех перескочил, да? И Кленкин, едва-едва. Не оказался на газоне. И вот так вот аккуратно Обухов играл. Не цеплял его. Потом еще Ткачук. И дальше. Нитфулин. Хасонов везде уже успел поиграть. Алубович. Да. И дальний удар. Вот давненько, да, Адоевский в игру выступал. Ну и сразу после травмы вернуть себе капитанскую повязку. В общем, что-то да. Терехов здорово на Нитфулина. Подача в штрафную следует. Хамуха отбивается. Выходит Адоевский. Сергей Павлов меня услышал и убирает Гагричиани. Ну, Лесников вместо Гагричани и еще один жесткий стык и первая карточка в матче. А вот дальше не получилось. Игорь рукой не было, не фиксирует Кашко этот эпизод. Прострельная передача в штрафную площадь на дальней штанге. Полубояринов. Ткачук две руки вверх. Полубояринов. Подача следует. Ох, какой полет Обухова. Ух ты, какой момент сейчас может получиться у Волгаря. Почти что выход один на один. Нужен хороший удар. И снова Воротынов, заметь, добежал, успел. С детьми, которые совершили правонарушение, заключенные, по сути. Ой-ой-ой! Это было поопаснее, вот когда вот нестандартное решение. Показывает Архипов, куда нужно передачу выполнить, а вместо этого удар. Луч света пробьется с химкинского неба. Вот может быть, может быть. Неплохо в касании. Это забивать надо. Делили мяч между собой игроки Химок. И все было бы красиво, если в конце был бы забитый мяч. Если в конце еще луч света все-таки прорвался. Финальный свисток. Нулевая ничья в первом матче 7-го тура МЛБ в первой лиге между Химками и Волгарем.